Аню, в вас, блондинці, важко впізнати женьку з сватів, брюнетку, важкого підлітка. Я так розумію, що у цьому образі вас менше пізнають на вулицях. На самом деле, це не образ, це моя природа. На сваты мне пришлось перекраситься в чёрный цвет, потому что соответствовать готике на тот момент надо было. А как только закончился проект, я все-таки сразу вернула свой цвет. Черговий сезон серіалу «Сватів» під загрозою. Навіть зараз більше схиляються до того, що його знімати не будуть через політичну ситуацію, через те, що російські актори відмовилися їхати зніматися в Україну. Ви дуже через це засмутилися? Я дуже розстроїлася в першу чергу. І всі ребята, яких вже предупреждали, що освобождайте себе там на літо містечко, забивайте себе зайнятості, будемо, значить, знімати. Діло не тільки в сценарії і в актерському составі. Дело в потрясающей группе, в самом процессе работы. И, конечно же, очень расстроились от того, что вот больше не повторится. После роли у «Сватах» у вас были все карты в руках, чтобы поехать и начать карьеру у России. Вы для себя приняли решение залишатися в Украине и развивать свою карьеру тут. Я очень хотела, на самом деле. Я планировала, у меня были возможности, у меня все было, в общем, но я в какой-то момент не смогла. Я поняла, что это мой дом, это моя страна, это мои родители, друзья. Я просто очень домашний человек. І мені тяжело уїхати зі свого дому, чесно. Після «Сватів» вам хлопці не давали проходу. Чи вільне ваше серце зараз, зважаючи на те, що було з тієї Ільки за «Летяльників»? Вкрали. Все. Вкрали? Все. Є хлопець чи вже, можливо, чоловік? Ну, гражданська. Правда. Чи буде весілля? Спрошу у нього сьогодні. Спрошу. Чесно говоря, я никогда не мечтала о пышной большой свадьбе. Я вообще отношусь к этому очень формально. Это, конечно, такая женская, девичья, я бы даже сказала, мечта. Но для меня все-таки важно не это в семейной жизни. Сукня, вельон. Мне, честно говоря, тяжело представить себя в огромном пышном платье, в котором мне тяжело будет войти в двери. Для меня это будет самой большой проблемой. Я очень люблю комфорт. Так, слушайте, я уже мысленно вышла замуж, понимаете? Я уже думаю, какое у меня будет платье. Не знаю.